Україна! Даш, этот кастинг – наш единственный способ заявить о себе в театре или в кино. И уехать из Харькова. Навсегда? Да, да. Даш, работаем. Что, включила уже? Да, тем более. Блин, я так хочу Гамлета сыграть. Да фу, Кристина, там же череп надо в руки брать. Ну что? Ну, ты смелая, ты молодец. Я знаю. Настоящие актеры должны уметь читать наизусть разные отрывки из произведений. Отрывок из произведения Василия Шукшина. На кладбище. Ах, славная-славная пора. Даш, не так. Ах, славная-славная пора. Ах, славная-славная пора. Даш, ты переигрываешь. Отрывок из Д'Артаньяна и Леди Винтер. Каналья. Я знаю. Чтобы стать настоящей актрисой, нужно выучить фразу «кушать подано». Кристина, а что сложного сказать фразу «кушать подано»? Даш, такая смешная, ну вот скажи мне ее. А ты такая интересная, чего я тебе должна кушать готовить сегодня, Кристина? Вообще-то сегодня твоя очередь. Не наглей, ладно? Вот видишь, это очень сложно. А вот если ты получишь Оскара, на что ты его потратишь? Ну, знаю. Сначала всем по-любому подарки куплю, а там видно будет. Разберусь. Может быть, мне сыграть отрицательного персонажа? Даш, ты нормальная? У тебя группа крови положительная, ничего не получится. Ну, точно природа. Ну, думаю. Ну, тогда можно сыграть электрон или попку от батарейки. Они все отрицательные бывают. Даш, а ты знаешь, что в кино все целуются не по-настоящему? Да ладно? Без любви? Угу. Не настоящий поцелуй. Я вот думаю, если режиссер нам скажет «Не верю!» Ну, значит, он атеист, Кристина. А еще я слышала, что на площадке часто говорят «камера-мотор». Но только я мотора вот нигде не видела. Я думаю, что если говорят «камера-мотор», то прежде чем играть, нужно выжать сцепление. А потом играть, ну, в автошколе такое рассказывается. Недумно. Я прям очень хочу в кино сниматься. Тогда можно будет прикольные фоточки на аватар себе ставить там. Вот ты дурочка. Ну, типа, я Д'Артаньян там. А я вот, если буду в кино сниматься, я обязательно передам привет маме. Ну, там, всем родственникам своим. В село. Харьков. Все равно, я вот думаю, что для начала нам нужно сыграть роль попроще. Ну, например, гадкого утенка. Кристина, чего тебе играть именно утенка? Сыграй гадкую девочку. Тебе даже репетировать не надо. Очень смешно. Нос большой, да? Не нарезал? Да. Вообще, я считаю, что главное, чтобы тебя заметили. Заметили? Даш, в таком случае твои бока уже звезды. А ты так храпишь, что с тобой не снимешь ни одной постельной сцены. Даш, чтоб ты хотела знать, у меня данные. Дедушкины перфокарты, Кристина, это не данные. Даш, вообще-то у меня уже была роль в юмористическом жанре. Сидеть в зале на съемках концерта Петросяна – это еще не роль юмористического жанра. А с твоей массой вообще только в массовке сниматься, поняла? А тебе дорога только в немое коротконогое кино. А ты вообще не пройдешь кастинг, потому что в двери не пройдешь. А у тебя волосы тонкие, тонкие, вот так у тебя. Пожалуйста, а ты синяя борода. Снимайся красиво. Вот в мешке. Синяя борода. Короче, ты волосатый. Ты араб. Я брила, ты синий араб. Вообще. Кастинг окончен. Кристина дурочка.